Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в RimWorld Alpha 13. Итак, у нас, собственно, была осадка небольшая, как вы видите, вот все последствия. Да, наши ребятки немного пострадали, но при этом мы получили двух заключенных. Они, в принципе, как будущие колонисты, бесполезны, поэтому мы просто держим их, лечим и тем самым получаем скилл. То есть так-то они нам не нужны. Продавать я их, думаю, не стоит, потому что только ухудшим настроение с нашими колонистами, но... Так пусть будут, так пусть будут. Так, здесь у нас ничего нового не появилось, жуков нет, ничего нет. Я уже давненько просто не заходил. Так, поселенцы собираются, чтобы отпраздновать свадьбу. О, найс, сейчас у всех настроение подскочит. Да? Да? Я же все правильно понимаю? Бара заражения. Кто такой Бара вообще? Бара, ты кто такой? Бара, покажись. Ладно, сейчас пусть отпразднуют, тогда уже будем... Метался. Ох, как не вовремя пало. Вот это ты сволочь, вот это ты тупо подставу сделала только что. Ух, так, ладно, Чанг. В харю ей дай. В харю дай. В харю. Наваляйте и быстренько, чтобы празднование нам не портило. Паула досвидули. А, это у нее единственное, по-моему, было ужасное настроение, если я не ошибаюсь. Так, ребятки, я сразу хочу извиниться, я немножко охрипший. Но, я надеюсь, никто этого толком даже не заметит. Надеюсь. Так, давайте, погнали, погнали, погнали. По Шурику, Паула, лечись. Старый... О, старый выздоровел. Найс. Так, этих ребят кормим. У нас 700 блюд. Ёкараны бабай, ребятки, 700 блюд. Так, турели эти стоят. Тут все есть. Все найсовенько. Паул, вылечили? Паул, где ты? Да, все ок. Все ок. Так, турель поломалась, почините турель. Все просто. Что у нас там по работе? Потому что я как-то там по-корявому это все расставлял, по-моему. Да нет, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Так, наша задача остается все той же. Нам главное... кстати, да, что мы... Давайте продолжим стройку кораблика. Нас там вроде бы уже все части можем делать, да? Реактор, двигатель. Да, мы все уже можем сделать. Вот так. Я даже, наверное, вторую балочку поставлю. Чисто, чтобы он хоть какой-то вид имел. Этот корабль. Несчастный. Что здесь броня лежит? В чем прикол? Нету уха, нету легкого. Боже, Болов, ты у нас вообще человек-половинка скоро будешь. Так, торговцы, давайте, давайте, давайте. Торговцы мне как раз нужны. Сейчас посмотрим, что-то сможем, может, у вас забарыжить. Где вы? Чуп, блин. Я-то тут рассчитывал на караванище, они... Так, вот бионические глаза я заберу. Оба причем. И посмотрим, может, у вас легкая есть у кого-то. Легкая мне вовсе не помешала. Так, Лебланк уже наготове, если что. Заходите, заходите, заходите. Так, с Александром поторгуй, пожалуйста. Уху-ху. Так, миниган нахрен. Мы им точно пользоваться не будем. Почка, сердце... Ага, нету. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Так, это отдаем. Чип счастья это наш. Поэтому не трогаем. Снаряды, медикаменты дорогие. Снаряды мы не отдадим. Они нам еще могут пригодиться. Так, вот собачек я, наверное, продам несколько. Я все-таки их продам. Потому что сильно их много. Сильно много. Вот это старый хаски пусть будет. Вот этих мы тоже, в принципе, можем брать, но... Не будем портить настроение нашим ребятам. Так, ребятки, чё как? Гость Бред. Хорошо. Пусть идет наш Бред. Так, лечи, лечи этих ребят. А, у него заражение. У меня для него плохие новости. Вырван таз? Что? Вы хоть визуально себе можете представить, что такое вырван таз? То есть у него как, ножки отдельно, туловище отдельно лежит или как? Или он без костей такой, как червячок лежит? Ой, фу, гадость какая. Так. Че уже опять с настроением, Болов? А, ну у него нет как бы, да. Моя жена умерла, мой друг умер, сильная боль. Продажа привязана уже... А, да, вот это они сейчас немножко пострадают. Ну, ничего страшного, бывает. Это не самое страшное, что бывает у вас в жизни, так что... Не надо как бы тут... Так, они все-таки решили жениться, да?
Нет, картофан нам не надо. Что-что, картофан нам не нужен. Так. Церемония началась. Тарам, 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 там, дарам, дарам, дам. Чуть не все в сборе, по-моему. Все, празднует это событие, все найс. Так, Болов, что тебе? Тебя даже это событие не спасает? А, он не присутствовал на свадьбе, потому что он валяется в кровати. Ну да. Тогда все нормально. Ну и вставать он, собственно, оттуда не хочет. Ясно, но зато у Инны плюс 50 и у Чанга плюс 50. Найсовенько, просто найсовенько. Так, гости уходят. Тархаши, что еще не ушли? Смертельная болезнь у кого? Бары? Бара, прости, ты умрешь. У меня для тебя просто плохие новости, а ты как-то с этим смирись. Что ли? Он еще из Кувалды Артеля. Кувалда Артель — это наш типа провраг, да? Ну да, ты точно умрешь. Я тебя даже лечить не буду. Хотя, знаете что, давайте заберем у него легкое. Почему мы должны будем просто смотреть, как он умирает, когда он может помочь нашему колонисту? Удалить правое легкое. Правое легкое удалить. Понеслась. Можете даже использовать его в сторону медицину. Травяную, правда, но... Тем не менее. Так, аккумулятор будешь ставить. Что ж ты будешь делать? Такс, 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 Лебланк, приступай, 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 приступай. Куда ты пошел? Лебланк, неправильное решение на самом деле. Так, вообще-то Лебланк должен был пойти и, собственно, вырезать. Стоп, а его что, уже кто-то вырезал? Да, Инна уже все вырезала, я понял. Вопроса больше нет. Вопросов больше нет. Ну, Бар умрет уже 100%. Тут как бы крути, не крути. А вот сейчас взять и поменять. Какое у него легкое уничтожение? У него левое, да? Давайте пересадить легкое, левое, легкое, да? Да. Приступаем. Болофт, быренька в люлю. Болофт, прыгай в кровать, говорю. Так, Инна, подъем. Оперировать. Давай. Я в тебя верю. Ты сможешь, Инна. Только не убей Болофта, я тебя прошу. Спасибо, Инна. Всегда спасибо. Так, наркоз, мышечные паразиты, волоконные механизмы. А, вот что он еще психует. Я понял. Так, Бара умер. Ква-ква-ква, как же ж так. Жизнь боль, да? Не дожил до утра, как говорится. Так, ну может кто-то его разденет? Так, старик, давай. Сделай паузу, скушай твикс. Раздень и похорони этого бойца. Вражинного. Невозможно перенести труп человека в несвободного места. Что? А вот это что, по-твоему, несвободное место, да? Это чем-то занято или как? Ему это носить не может. О, похоронить Бара. Спаркл способен, слава богу. Это уже плюсик. Так, вы тут как, стройку продолжили? Ребят, ну вы чё? Ну эй, ну пацаны, ну мужики. Так, вот это вроде строили. Тут вроде бы ни черта не строили. Так, компоненты есть, все есть. Ужасное настроение, Болофт. Болофт, да жди. Жди, у тебя пройдут эти механиты. И все у тебя будет снова в порядке. Надеюсь. Надеюсь, во всяком случае. Так, давайте. Давайте, быстренько, быстренько. Побежали, побежали, побежали. Кто опять отлетел? Болофт, да сколько можно? Твою ж мать. Так, Чан, давай, наваляй ему по Шурику. Так, Инна не валяет, и ты наваляй. Все давайте быстренько ему намяли бока. Хорош, вы даже вдвоем справились. Чанг свободен. Ну давайте кто-то спасите его, что ли, я не знаю. Бездельники, я в шоке. Давайте, давайте, ускоряшку, ускоряшку, он. Ладно, разрешим эти лекарства, пусть уже нормально людей лечат, а то херня получается какая-то. Так, Чанг, вот ты сделай паузу, скушай твикс и почини аккумулятор. Так, кто у нас там на строительстве стоит? Спарклс и Лебланк. Я понял. Что-то только работы их не видно. Ну ладно. Пока ничего не понятно. Пошел работать, Лебланк. Быра. У нас там вообще... А, у нас вроде всего хватит. У нас должно всего хватить. У нас пласталище еще есть.
Вот сюда может не хватить. Компонентов здесь хватит. Стали здесь хватит, компонентов хватит. Стали и компонентов тут хватит. Ну, в принципе, можем упереться только в пласталь. Но если чё, у нас здесь вот такой маленький запасик есть. Если прямо совсем все плохо будет. Так, Болофт молодец. Чё он там только делает, так и не понял. А чего там вообще бегали? А-а-а, ну тогда уже разберите это все добро, чё. Чё ему пропадать? Где там? Приказик разобрать. Брык, погнали. Вроде бы носят ресурсы, а ничего не строят. В чем прикол? В чем подкол? Бездельники, одним словом. Так, здесь у нас толком ни черта нет, я так понял, да? У нас только всякие мечи, гладиусы и ножи с пластали. Ну, как бы, ни туда, ни сюда нам сейчас это. Хотя, в принципе, если оптовик прилетит этот с оружием, то мы можем впарить и баблишку получим. А так вообще, что с тобой опять не так, Прайс? Отдыхай. Так иди отдыхай, ёпперсете. Все ему не так. 34 градуса снаружи. Ужас. Прям как у нас сейчас. Прям как у нас. Давай, Спарклс, я в тебя всегда верю. Ты молодец. Так, здесь еще не хватает. Пласталь компоненты. Хватит, хватит, ребята. 100% хватит. Честно, честно. Вулканическая зима нам вообще как-то не помеха. Это, наверное, плюсик. Скорее, чем минусик. Так, давай, Спарклс, я в тебя верю. Дострой уже. До ночи-то. Найс. Так, реактор готов. Показатель. Нет корабельного двигателя и криптосна контейнеров. Нет заполненных. Ну, все окей. Это вообще не проблема. Заполнить контейнеры. Тут вот эти контейнеры нам нужны. Я помню, мне кто-то уточнял. Потому что эти не подойдут, как я понял. Это автономный саркофаг просто, а это контейнер, защищенный от опасности космоса. То есть, типа, это специализированный контейнер, это не просто так вам хрень какая-то. Так что, как бы, да. Придется тратить по 500 стали на один контейнер. У нас только, наверное, даже нет, кстати, у нас не хватит стальки. Ну ладно, будем копать. Что нам, собственно, менять? Так, все они пережарили, наконец-то. Нет, вот еще осталось картофанчик. Ой, рисик. Рысик еще остался. Вот куда ты идешь? А, ты идешь забирать. А я-то думаю. Как же ж ты много забрал? Ты что? Капец какой-то просто. Так, это достроили. Тут два компонента и можно строить. Тут немного еще пластали. Болофт, я тебя сейчас, блин, в тюрьму посажу, если ты будешь еще тут срываться на наших людей. Давай еще собак побей. Ну, ох, животное ты, Болофт, боже. Вот это ты животное. Так, старик, иди тут же. Наваляй ему по бокам. Так, нет, ты не надо, чтобы валял кому-то. Ты еще убьешь. Мы тебя знаем. Собака, грызи его. Вот собака его сейчас... Вообще молодец. Спаси этого дурачка. Это он психовал из-за механитов, да? Да, адская боль у него из-за них. Ой, жопа. Ну ничего, будет немножко у него царапин, шрамов, ранений, лишних всяких перевязочек. Я думаю, переживет. Я думаю, ничего смертельного в этом нет. Ну, доносите уже эти последние ресурсы, ну. Че так тяжело? Тяжело, да? Давай, лобак. Там-дра-дам. А, он еще пласталь сюда носит. Вот, пласталь донесли. Ошарашен кто? Болофт. Боже, ты же только что в Ментал Стейте был. Теперь он еще и ошарашен. Ну, окей. Так, Спарклс пошел. А мы сюда вообще провод провели? Шпунь? Конечно, нет. Зачем сюда проводить провод, ну? Вот так. Поломка аккумулятора. Боже, у меня за последние минут 10 столько поломок было, сколько не было вообще, наверное, за последние полтора часа. Это какой-то ужас.
Спарклс, ты определись, что ты строишь. Окей, ладно, у них типа пересменочка. Допустим. Так, провода делали. Так, двигатель и контейнеры криптосна. Пока все вроде бы просто. Ну, Лебланк, ну, мать твою, ну. У них опять замена. В чем прикол? Вам чисто поржать вот это постоянно меняться? Ой, началось, болот, боже, как ты меня уже бесишь, а? Давай, старый, я в тебя верю. Изнеможение, конечно. Ты ж дурачок в Metal State. Даже когда он ошарашен, сломлен, он все равно помнит о том, что его животное было продано. Это капец. Это просто капец. Боже, старый, ты так медленно строишь. Вообще, какого хрена старый строит? Стари. Строитель, ты вообще-то посредственный, я тебе как бы скажу, так по секретику. Поэтому свали оттуда. Так, Болов тушел. Давай, Спарклс. Ты у нас про-строитель. Найс. Так, что у нас получается? Не хватает только контейнеров. Сейчас мы можем, по-моему, два контейнера сделать, если я не ошибаюсь. Шпунь. Да, на больше у нас просто стали не хватит. А, у нас тут как раз долбежка. Точно. Сталь же вот нашли. Точно? Да. Найсовенько. Сейчас тогда выдолблим эту всю сталь. Там получится, надеюсь, хотя бы косарик. Это еще две. А нам надо еще всего лишь три камеры криптосна. Больше у нас просто не влезет. Вот здесь ставим три камеры и, собственно, все. Весь корабль готов к запуску. Ну ладно, пусть пока отсыпаются. Отоспятся. Мы сколько? 5 человек запихнуть сможем. Кого мы здесь оставим на охране? Мы должны 2 человек оставить здесь. Ну, мы оставим, наверное, Стари. И оставим, наверное... Наверное, кого ему оставить? Наверное, Лебланка оставим. Все-таки кто-то крепкий. Костяк должен быть. На... Собственно, непосредственно в колонии. Поэтому, да, Стари мы оставим. Вместе с Лебланком. А всех остальных тупо... Все остальные тупо улетят. Вообще не помешали бы сейчас торговцы, чтобы мы у них сталь купили. Ну, скорее всего, не судьба. Так, работа. Тех, кто у нас не является строителем, является шахтером. Поехали. Нужно срочно долбить. Так, здесь надо как-то аккуратненько это все. Это нам сколько надо? Нам надо жил 20, да желательно 30 жилок, чтобы мы получили нужное нам количество стальки. Я сейчас сомневаюсь, что здесь столько будет, но попитка не питка, все дела. Хотя не, вроде прилично, знаете. Очень даже прилично. Давайте, долбите, долбите. Сейчас у нас мы параллельно выгребаем, и параллельно те ребята его забирают на постройку этих контейнеров. То есть мы можем не просчитать, сколько мы получили, но... Видно, что много. Это плюсик, это плюсик. Так, что, остановились? Что не так? Ладно, допустим. Один в одиночку старый несчастный бьет эти камешки. Там, наверное, плачет, рыдает. Че его бросили? Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой. Вообще жило очень хорошее. Гости, окей. Давай, старик, покусал, долби дальше. Вот это самый трудолюбивый из наших, походу. Самый топчик вообще. Хотя, знаете, в принципе, здесь может быть 30 жил. 4-5. Вот это, в принципе, 11. И вот это 12 уже. Ну, не совсем 30, но близко, близко к тому. Ой, бешеный бумалупчик. Вообще, это опасно, конечно. Особенно, если он на поле добежит. Но я думаю, не добежит. А он вообще не туда пошел. Бумалупчик, отмена. Все правильно, давай назад. Я в тебя верю, бумалупчик. Ты такой сделаешь Аллах-бабах, что мы будем в шоке. Давай. 3, 2, 1. Прощай, бумалупчик. Пусть он лучше умрет своей, собственно, своей смертью, потому что я не хочу, чтобы
Сейчас мы подойдем, его добиваем, он взрывается, и будет куча неприятностей. Ну, кому это надо? Правильно. Так, гости, с которыми мы можем поторговать. Гости. А, у них денег нет, я понял. Зато у них есть дешевые медикаменты, дешевые компоненты. Эмми-гранаты, которые нам тоже нахрен не нужны. Так, пистолет, обычные винтовки забирайте. А, что вам еще влезет? Гранаты обычные хотите? Еще берите тогда. Что вам еще такого? Ну ладно, хватит с вас. Еще я буду вас напичкивать, правильно? Так, уходят. До свидули, пусть уходят. Это мы еще вовремя с ними поторговали, значит, да? Норм вообще. Так, этот в телескопчик посмотрел. Болов, тебя попустило уже, да? Скажи, что тебя попустило. Нет, его ни хрена не попустило. Ну ладно. Хоть он не психует, уже хорошо. Так, тем временем здесь второй контейнер. Ага, я понял. Здесь надо еще долбить и долбить. О, здесь вторая жила подряд. О, вот это нам повезло. Вот это наш день, вот это я понимаю. Совсем другой разговор. Да, тут нам точно уже хватит. Давайте здесь даже сделаем, знаете как? Вот так, вот так. Пусть долбят исключительно жилы. Не-не-не-не-не, болос. Фу-фу-фу. Свободный. Так. Ну все, мне кажется, стали просто дохренища. Ну хватит на все-все-все, что нам надо было. Замечательно. Так, все, пусть добивает все, я их переключаю на носильщиков и все. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, прекрати. Все, задания копать у вас нет, поэтому давайте понеслись. Так, тихо-тихо, вот это вы неправильно делаете. Стари. Понятно, Стари еще и не носильщик. Видно. Заберите всю стальку, которую можете. Брум-брум-брум-брум-брум. Побежали, брык. Брык. Молодцы. Так, ну теперь нам хватит еще на два точно. Это 100% просто. Корабль-контейнер. Шпунь, шпунь. Ставим, короче, сразу разметку на 3. Стали у нас уже принесли 110. Спасательная капсула как-то не вовремя, а? Кто-то у нас такой? Персонаж. Психически вял, грубый. Мы тебя можем просто спасти. Ну, чтоб ты потом ушел. Понял? Или не понял? Так, Инна, давай, ты у нас как промедик. Стоп, а где он упал? А, вот. Спаси этого Сингера. Пусть он отдыхает. Это Болов опять. Да, опять Болов психует. Я его, конечно, понимаю. Так, мы считали, у нас было 1100. И плюс вот это все добро. Это 20 штук, допустим, по 30. Да, нам хватит однозначно. Я бы сказал, 100% хватит. Так, все, Инна забрала этого парнишку. Или это не парнишка? Я не совсем могу точно говорить об этом. Так, здесь 300. Ну, да, да, без проблем построим вообще. Даже не заметим особой разницы. Это нам просто повезло, на самом деле. Я не ожидал, что будет сразу две довольно большие, кстати, жилы. Что нам так повезет. Так, вы его хоть залечили? Его прям самыми топовыми лекарствами лечили. Ну ладно. Чё уж там, нам не жалко. У нас, кстати, никто не вооружен, по-моему, если не ошибаюсь. У нас все типа битые были. Сейчас даже проверим. Вооружен только Sparkles и Junk. Чанг, да. Все. Все остальные безоружны. Найс. Просто найс. Ладно, пусть отсыпается, не будем им мешать. Болофт, ты угомони свои нравы, хорошо? Ужасное самочувствие. Продажа животного. Сколько эта хрень будет длиться у тебя? 5 дней еще. Не-не-не, такое мне не надо. Да, в общем, он будет постоянно на грани, я так понял. Человек, который постоянно на грани. Так, старик, кстати, почему-то без графика. Почему-то он был без графика. Все, Бомолуп умер, да? О, отлично.
Восстановить. Он, кстати, обошел мину. Вот что интересно. Что это было за звук? А пума съела бумалупа, как я понял. Или бум крысу. Собственно, ладно. Упустим. Так, 423. 150. Что-то как-то медленно, ребята. Что-то как-то ужасно, ужасно медленно вы это все делаете. А тут вы забрали стальку? Вот как так получается, вот непонятно. Так, давайте все на строительство. Кто не на строительство, отмена, 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 отмена. Отменом. И потаскали. Быстро. Сейчас я вам даже разрядочку дам. Все, погнали. Не расслабляйтесь. Попал в капкан. Молодец, Паула. Ты хоть ничего себе не отбила. Ожог? Она на ловушку наступила? Лол, что? Серьезно? Как она умудрилась, я не понимаю. Вообще не представляю. Инна, давай, перезаряди как про. Все ловушки и уйди. Потому что эти дураки сейчас поубиваются. Так, 420, 100. Инна вылечила? А, Спарклс вылечил. Окей. Так, все, эти наконец-то додумались брать стальку. Тау родила, отлично, у нас еще и псина родила. А, мы же всех собак оставляем, собственно, на колонии, поэтому они точно в защите такой, что ого-го. Хреново туча псин, хреново туча турелей. Я думаю, что этой защиты более чем достаточно им будет. Для того, чтобы в одиночку выжить. Изнеможение болов. Да сколько можно болов-то? Ну вот серьезно. Честно, болов, я тебе знаешь, как сделаю график? У тебя будет самый топовый график вообще в мире. Болофт. Когда хочешь, спи. Когда хочешь, играй. Когда хочешь, работай. Что хочешь, то и делай. Все, ували. Только не беси людей и не бей наших. И все будет хорошо. Тогда и у тебя все будет хорошо. Так, Паула уже даже взяла застройку. Ну, как-то она маловатенько как-то носит. По 60, то ли по 50. Но активнее, чем большинство, на самом деле. Давай, Павло, я в тебя верю. И снова сон. Определенно сон. Так, здесь у нас закрыто все. Здесь закрыто. Ну, как практика показала, когда мы имеем три огромных генератора, то в энергии мы вообще не нуждаемся, серьезно. У нас даже все турели, я думаю, могут быть включены, при этом у нас энергии будет хватать. У меня есть такое предчувствие. Тем более за счет солнечных батарей. На самом деле здесь надо было еще втулить три батареи. И это было бы очень круто. Это было бы очень круто, потому что днем у нас вообще не было бы никаких проблемтосов. Днем бы все заряжалось по полной, ночью вот еле-еле сходило по энергии, и все. И мы были короли. Просто короли. Так, что за контейнера? Золотишко. Найс. Так, вы еще не всю сталь собрали. Ну, ребят, ну вы что? Что-то как-то вы медленно. Так, контейнер, в принципе, готов. Ну что, ребятки, начнем заселять наших так называемых колонистов. Так, первую, конечно же, Инну. Инну мы обязательно должны запустить, потому что Инна это наш просто шикарнейший врач. Спарклс это наш шикарнейший строитель. Вместе с тем он является кузнецом и ремесленником, если не ошибаюсь. Болофт это наш шикарный боец, пусть слегка сейчас психованный из-за болячки, но тем не менее. Ой, Паула это вообще там совмещение адское. Паула и лечить могла. И лечить может, и стреляет отлично, и горное дело, и исследование. В общем, все-все-все, даже строительством занимается. Паула, погнали. Чанг тоже уникальный персонаж, во всяком случае в быту. Он и фермер, и кулинар, и медик, и вообще все-все-все на свете. Так что вот эти основные пять ребят, собственно, нам и нужны. В следующих наших колониях. Итак, мы, собственно, запустили 5 человек, ребятки. И можем со спокойной душой выпускать их, я так понимаю. Готов к запуску. Компьютер. Ну что ж, в целом, ребятки, этот мир, по-моему, был шикарен. Мне кажется, он был шикарен, даже с условием того, что у нас был рассказчик Рэнди Рандом. Казалось бы, должна была быть эпическая жесть, но такой эпической жести, которая, к примеру, была на стриме, здесь даже ею не пахло почему-то, я не знаю. Может, сложность за то, что на один уровень меньше, не экстрим, поэтому, наверное, были такие обычные какие-то передряги, ну, то есть ничего сверхъестественного, кроме механоидов, нам, к сожалению, не
увиделась. Но, тем не менее, эта колония очень даже поучительная для меня. Я выучил кучу разных вот этих методик защиты, кучу разных способов, как управлять, собственно, непосредственно данной колонией. Мы так и не застроили аккумуляторную, мы так и не сделали запасную базу, но, тем не менее, мы выжили на протяжении огромного времени, сколько, три года, по-моему. Вот, поэтому, ребятки, спасибо вам огромное за просмотр. Не забывайте поставить лайк, если же это видео понравилось, не забудьте подписаться на канал. А мы встретимся в следующем эпизоде.